Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни, мы поговорим с Александром Кулаком. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. У вас такая фамилия мужская и очень конкретная. Что вы знаете о своих корнях? О своих корнях? Ну, знаешь, что дед у меня был, ого-го. Кулак. Такой настоящий кулак, да. Он был военный, был полковник авиации. Угу. Он прошел войну. И, то есть, его детство прошло под Киевом, и знаешь, что постоянно были кулачные бои. Угу. То есть, вот это вот как бы вот не понаслышке, то есть, все от деда передавалось, от родственников. Вот, наверное, оттуда фамилия и пошла. Ну, вот я так думаю, что да, оттуда. Они дразнили в детстве никогда? Ой, дразнили, ой, как мне в наше... Дети же жестокие, народ. В наше советское время, то есть, мне попадало вообще, потому что, то есть, как бы кулаки это же были... Это были контрреволюция. Контра, да, практически, да. И тут Павлика Морозова, они там замучили, значит, и кого там еще там, пионер-герой, это, значит... То есть, ты родился уже виноватым. Да, и тут, кулак, Павлика Морозова, твоя работа, там, и все, как бы вот это вот было попадало, дело. Да. А потом, когда... Все разоблачилось, оказывается, там и хорошее, оказывается, было. Конечно, конечно. В общем, Саш, вы где родились? Я родился в Киеве, в самом Киеве, в городе Герои, в Советском Союзе. Самые первые, самые ранние воспоминания детства, что четко помнится? Вот четко помню Красный день календаря, знал наизусть это стихотворение, и мы выходили в Киеве на парад, все вот эти красные флаги, транспаранты, шарики. Мне так это все нравилось. И так вот, как-то было единение, такой дух такой был. Прям вот, вот это с детства прям запечатлилось, не знаю, года три, наверное, было. С родителями за руку? Да, с родителями за руку, конечно, да, все. Потом родилась сестренка. Тоже как-то вот помню хорошо очень. Наша большая квартира, у нас была квартира прямо в центре Киева, на улице Горького. И вот эти потолки огромные, 4,20. Вот огромные комнаты, это было, конечно, вот тогда в детстве это казалось просто вообще какой-то дворец, замок, да. Вот, и когда мы приезжали потом, Помните, как сестренку из роддома принесли домой? Да, вообще хорошо. Она родилась дома. Дома мама родилась. Да, не успели, скорая не успела, отец принимал роды, и вот я вот как-то вот эту суету помню всю. А не было ревности, что еще один человек появился? Нет, вообще было счастье, прям вот я помню это с детства, и до сих пор. Мы с сестрой очень дружны, очень любим друг друга, поэтому как-то вот. Ну смотрите, центр Киева, шикарная квартира, высоченные потолки, прекрасная жизнь, и вдруг тында вообще, с какого боку? Ну, тогда же комсомольская стройка, стройка века. А вот отец у меня был очень серьезный специалист по энергетике, и как бы получил комсомольскую путевку строить БАМ. Вот друзья тоже позвали, как бы там все это вместе, все это срослось. Вот он закончил университет по энергетике и проходил практику даже на Чернобыльской АЭС. Угу. Он периодически ездил туда в командировки. Я до сих пор помню, здесь, когда папа ехал в командировку, он что, командир у нас? Как-то у меня была... Ассоциация была такая. Да, ассоциация, что он был командир, да. И вы поехали с родителями? Ну, конечно, куда же мы денемся? В каком году? Отец уехал в 76-м, и как он обустроился, через полгода мы поехали где-то в конце 76-го, да, была зима лютая. Мы прожили еще полгода в Моготе, потом переехали уже сюда, отца перевели, уже в Тынду. И то с 77-го года, считаем, мы здесь. Тында вашего детства, какое осталось в памяти? Вагончики, бараки, магазин «Бочка». Угу. Который я ходил все время за хлебом, он был как бы далеко, две остановки, вот как приходилось, потому что магазин был один. Вот, но открытые двери всегда настежь, то есть замков, никто дверь не закрывал на ключ. Это я хорошо помню. Тайга, запах тайги, вот это все настолько осталось в памяти, врезалось, и вот до сих пор я очень люблю наш воздух, то есть мне его прям сильно не хватает. Вот еще вот помню, что мы как раз жили буквально в наш барак, и прям все, прям за ним тайга, все. Начиная с тайга, там река Шатаун была еще. Угу. Она и сейчас есть, конечно же. А начинали с барака, все прошли? Конечно, да. Жили в бараках, не было туалет на улице. Ну, естественно, у нас дети, как бы, что там у нас было? Ведро. Ну, вообще, детство – это счастье, если вспоминать. Детство – это счастье, конечно. Да, эти костры на улице, хоккей, футбол, то есть какие-то все время спортивные площадки всегда строили. Рядом с бараком у нас были какие-то спортивные площадки. Вот.
Конечно, не было такого изобилия, как сейчас у детей, да, какие-то у них там горки, качельки. У нас какая-то деревянная горка была, зимой мы катались с ней. И все. Ну и вот ворота футбольные, хоккейные. Поэтому все детство футбол, хоккей. А в доме не было разговора? Вы не помните, что вот еще год-два и уедем в Киев? Да, были такие разговоры поначалу, да, что вот, особенно отец, мать, как-то вот нас сразу, что-то я не хочу как-то уезжать уже. А сейчас ты что там, вся родня, как так, как-то не хочешь. То есть. Сейчас вот чек на машину заработаем. Да, сейчас вот машину выплатим, отработаем, и все, и поехали. Вот. Ну, и как-то вот машину выплатили, потом я там в школу пошел, там как-то второй, третий класс был, наверное, уже. Вот. Ну, что-то решили там, вот пятый класс закончу, и поедем, короче. И вот так каждый год. Там. То шестой класс, а потом рванул Чернобыль. И все. Сказали, туда вообще нельзя ехать лет пять. Потом армия, и все вот как-то так все пошло, поехало. Потом страна развалилась. Да, страна развалилась, вообще дурдом был такой, что какой там уже Киев. А сейчас ты думаешь, господи, слава богу, что мы туда не поехали. Что мы в Тынде. Да, что мы в Тынде, центр вселенной я называю. Тынде. Да. А Саша Кулак каким был в детстве? Послушным, ершистым? Ну, тогда все дети были послушные, в общем, как бы. Не то, что все, но, в общем-то, очень уважали советские пионеры, да, как бы уважали родителей, вообще взрослых, там, если кто-то тебе на улице сказал, что такое замечание сделать, то есть никто никогда не грызнется. Сейчас ты идешь там, вы что там материтесь, там, еще и пошлю, там, да. Да. Вот родители, конечно же, уважали, но всегда, конечно, с характером, при своем мнении, и, в общем-то, как бы, конечно, были, ну, не то, что столкновения, как бы, свою территорию отстаивал. Свою территорию, да, особенно где-то там, класса восьмого, там все, у меня уже там какие-то свои мнения, серьезные. А как музыка пришла в жизнь? Музыка пришла, видимо, с рождением. То есть всегда, сколько себя помню, всегда были магнитофоны, дома музыка, всегда, во-первых, пели всегда. Всегда застолье, то есть практически каждый вечер, ну не то, что застолье каждый вечер, а то есть каждый вечер пели. Родители. Поужинали, да, раз, отец запел песню, мать подхватила украинские, русские песни. То есть, ну, конечно, большая часть украинских, они такие красивые, мелодичные. А если гости, так это вообще-то не обходилось ни одна, там, день рождения, там, или что угодно, там, не обходилось без каких-то песен. Это всегда было на слуху, я всегда подпевал, мне очень нравились все эти песни. Там вдали за рекой, да, засверкали огни, песня, да. Как бы, очень любил все эти песни. Вот, и, естественно, конечно же, магнитофон, помню у отца этот катушечник сначала, потом кассетник, потом их что-то как-то много у нас было, вот, и все записи. Я постоянно отца просил что-то еще принести, какой-то там у кого-нибудь там, даже пластинки были в дефиците, вот, и откуда доставались эти записи, вот. Первое пошло Абба, Бонни Эм, все. Как появилась Абба. Это все было. Это было вообще все. Это первая любовь, и, в принципе, и до сих пор осталась эта любовь. То есть я понимаю, я тогда влюбился, не понимая, что это за музыка. А сейчас я понимаю, что это очень сложная музыка, в принципе, в рок-н-ролле. И очень красивая, очень понятная, как бы. И не влюбиться невозможно, просто я не знаю. Ну, я такого человека, наверное, не люблю. Мог бы влюбиться там в советскую эстраду. Не вот влюбился. Советская нет. Вот эстрада как-то меня не радовала. Не знаю. То есть, ну, Магомаев там, кто единичные угодно. Какие-то песни, да, Магомаев, там какая-то песня была, несколько, может быть, там что-то еще, Анна Герман, еще какие-то были там песни попадались. Вот. Ну, как-то вот, когда появилась Абба, все у меня, все потухло вокруг, все советское. Вот. Ну, ладно бы, многие болеют музыкой, мальчишки потом вырастают, забывают и живут совсем другой жизнью, но у вас музыка неотъемлемая часть вашей жизни. Как вы думаете, почему так? Не отпустила? Да, мне всегда говорили, в общем-то, и родители, и все знакомые, друзья, поиграешься. Ну да, все, перерастет, да, мальчик. Да, повесишь гитару на гвоздь, как-то вот у многих тоже. Когда родственник там приходишь, там электрогитара висит, да, вот когда там молодость там играл, да. А сейчас там все, конечно же. Вот. Ну, я никому не верил, я чувствовал, что это навсегда. Потому что когда тебе дается ответственность за произведение, которое тебе дается сверху, то есть оно к тебе приходит, и тебе надо что-то с ним делать. И надо его записать, как-то донести, может кому-то это будет полезно. Это не просто как бы творчество, а
вот какой-то вот посыл сверху. И мне а как, надо... рожда... как рождается музыка? Как вот рождается песня? Рождается... Просто появляется в голове какая-то мелодия. Вот она ниоткуда? Ниоткуда, да. Раз начинаю там напевать что-то и начинаю искать на гитаре, значит, как это воспроизвести. Или просто берешь гитару, просто... Гитара это вообще это отдельная... Отдельный разговор, то есть просто ее берешь, просто даже вот хочешь, не хочешь, просто пришел с работы, там взял, короче, и обнял ее, и раз, какой-то аккорд взял, и все, и полилось. И ты просто, просто начинаешь следить за движением, за, за ходом мысли, то есть даже не мысли, а оттуда что-то приходит, я не знаю, как это объяснить. Вот. А очень часто во сне приходит, спишь и подпрыгиваешь, слышишь мелодию, как побежал в комнату, включил свет на кухню, знаю, взял гитару, начинаешь записывать это. А записываете нотами или как-то? Нет, записываю не нотами, записываю, ну, либо на диктофон. Ритмику. Да, да, вот именно сам надо ритм поймать. Ритм, мелодию, записал, угу. Все, и пошло, лег спать спокойно. У меня всегда лежит на тумбочке блокнот, скажем, с карандашом, чтобы можно было, если там текст какой-то пришел, то есть записать. Угу. Вот. А потом уже идет подгон, подгон музыканта, подгон поэта, уже шлифуешь, да, уже да, да. То подгоняешь. Есть, да, сначала, то есть эту мысль, если зацепил, бывает целиком прям песня приходит. Во сне несколько песен приходило, прям полностью падает. Вот. А иногда вот какую-то часть уловил, то есть дальше забыл. Все, канва вылетело, пришла, да, вот да, основа. Да, все пришло, а потом ну, дальше додумаешь уже, как развиваешь эту мысль, которая пришла. Вот. И в стихотворном плане, и в музыкальном, да, то есть как продолжаешь развивать. А что легче у вас полурождается, стих, текст или мелодия? Музыка однозначно. Музыка. Музыка у меня всегда на первом плане. Как бы, текст, ну, дополняет. Угу. То есть, если вот еще удается поймать, то именно настроение музыки добавить настроением, то есть в словах это, то есть получается тогда вот вообще классная песня получается. Вот, ну, я могу инструментально, если часто сочиняю инструментальные какие-то композиции. Вот. Ну, конечно, в альбомы идут по большей части песни. Угу. Александр, а кто ваша жена? Жена моя Алена. Алена. Чем она занимается по жизни? Ну, она работает в кадрах в муниципалитете. Вот. Но она тоже творческий человек. Она работала... Вы давно вместе? Да, давно, очень много лет вместе, 27 или 28, то есть она как бы одна дата официальная, то есть как бы со свадьбы, и за ну, год до того мы де-факто, встретились. Де-факто. Да, де-факто, да, как бы, вот, так, поэтому 27 или 28, вот. Одна дата такая. Дата де-факто такая. Так, де-юре да, так, да, скажем так. Да, вот, она тоже очень увлекается творчеством. Она шьет, и рисует, и поет, и вот она работает. Я к чему? Что вот это же, наверное, жене поклон земной, что единомышленник, что все это понимает, разделяет. Мужик спал, подскочил, побежал на кухню, да. Там чего-то где-то, пришел гитару, обнял крепче, чем ее. А ну, репетиции чего стоят ежедневные, репетиции, а поездки, все эти фестивали. Да, это кому это понравится? Конечно, да, поэтому, то есть она меня просто понимает, что я без этого жить не могу, поэтому... Без этого вас не будет. Да, поэтому она закрывает. Всегда понимала, или как-то вы со временем все это дело вырастили свои отношения? Понимала всегда, но, конечно, какие-то трения были. То есть и на этой почве тоже, особенно когда какие-то там фестивали, там долгие, когда ты уезжали, мы ездили в Норвегию, там целый месяц меня нет было дома, а ребенок только родился, но тут нас пригласили в Норвегию. То есть, ну не каждый день приглашаешь же за границу. И не, и не каждой жизни даже. Да, это и не каждой жизни, да. То есть, еще и в Москве концерты, фестивали какие-то, то есть, по ходу и в Питер, и в общем везде пригласили. То есть месяца его не было. А ребенку вот только исполнился там, а год только Лешке тогда исполнился. А мы поехали гастролировать. Конечно, как бы. Вопросы были. Вопросы были. Но все равно, конечно, она же понимает, поняла, что куда деваться, конечно, такое. Угу. События для меня. Ну, у вас музыка больше рок-музыка, да? Можно так сказать? Ну да, в общем-то основана, конечно, на рок-музыке, но у меня очень много фольклора у меня в крови. То есть у меня очень многие песни, в общем-то, как бы ощущается, что это что-то из народной музыки. Из украинских корней, наверное. Да, идет. Наверное, скорее всего. То есть, может быть, какие-то украинские мелодии, русские. То, что мне в детстве прививали,
что какие песни я слышал, то у меня в крови, и то есть оно, естественно, больше с этим влиянием. Вот. Естественно, я в молодости подсел на рок-музыку, плотно мне хотелось именно такую музыку играть, а потом увлекся сложной прогрессивной музыкой. Мне это было очень интересно. Длинные развернутые композиции, там у нас песни на 16 минут, 16, там 20 минут были песни. Это все, то есть, вытекало плавно из одного, там, в другое, там, соло, какие-то переплеталось, там, да, переплетается все это, там, очень сложные вещи, там, многие нас не понимали, и сейчас, в общем-то, не понимают эту музыку, вот. Ну, нам было это очень интересно, это было какая-то революция для нас самих в музыке. Сейчас, конечно, все гораздо проще, где-то скорее какая-то, наверное, поп-музыка, конечно, в любом случае с влиянием фольклора, с влиянием рок-музыки, арт-рока обязательно, потому что это арт-роковые аранжировки идут, потому что я люблю всякие сложные там фишечки. У каждого инструмента своя мелодия. То есть не просто играет бас тум-тум-тум-ту-ту-тум, а у него своя мелодическая линия, он ведет мелодию. То есть у каждого инструмента такое. Поэтому как бы такая многослойная музыка, и даже если песни стали проще, то сами песни, структура стала проще, то есть аранжировки не стали проще. Ну, вы говорите, вот у нас рождались, у вас это кто? Это был коллектив? Да, коллектив. Это группа Азазела? Да. Группа Азазела, сейчас она как бы не существует. Мы так иногда по юбилеям собираемся, отмечаем и делаем концерты. Вот сейчас как бы Кулак Бенд, моя группа. Ну, в общем-то, в принципе, музыка, наверное, не изменилась. А почему Азазела? У Булгакова Азазела – это демон там сухой пустыни, по-моему, еще чего-то. Почему такое название? Ну, мне демоническое. Импонировало именно то, что Азазела олицетворяет собой справедливое возмездие. То есть он как бы наказывал нехороших дядек. Вот он же, то есть ни разу не наказал там каких-то там, то есть хороший человек обязательно какой-то вот сделал гадость, получи фашист-гранату. И как бы вот это мне нравилось, что и как-то вообще хотелось просто связать название группы именно с творением Булгакова. Любите Мастер Булгакова? Маргарита, да, это просто, конечно, в свое время потрясение было такое, что ну, описать сложно. И я перечитывал, каждый год перечитывал, каждый раз находил что-то новое. Да, и то есть вот потом раз в 5 лет перечитываешь, и все равно думаешь. Блин, как так? Как я в прошлый раз это записывал? И фильм смотрел, и там, и уже вроде наизусть знаешь, а все равно не перестает удивлять. Вот поэтому. Смотрите, там Азазела, это который наказывал зло, как вы говорите, но рок это часто протест, правда? Да. Против чего вы протестовали? Ну тогда, когда мы начинали, был Советский Союз, как бы нам не нравились жесткие рамки, железные занавес, жесткие рамки, нам не нравилось, конечно, да, мы как бы, ну не то, что мы там выходили, махали флагами, что мы там против, а естественно, это был внутренний какой-то протест. Вот мы вызывающе, может, там одевались в кожу там и в клепки, там все это такое было. Вот. Сейчас, конечно, этого протеста нету. Сейчас просто музыка. А когда вы были волосатые, в клепках, в коже, вы сейчас волосатые, на вас там, не знаю, полиция, милиция, может, какие-то еще службы? Столько проблем с этим было. Были проблемы? Да, тогда же... Это же как контрреволюция да, была. Да, это только-только, вот это как бы начиналось еще в Москве, и тут в тынде идет волосатый. Идет волосатый, да, в клепках, в коже. В кожанке, да, там бабки поворачивались, крестились там, да, плевались все, вслед. Да, да, естественно, конечно, проблема была со всеми. И что, вы в милицию вызывали? Нет, милицию не вызывали. Профилактические беседы, не знаю. Да, стычки там с какими-то гопниками всякими, с бабками, со всеми на свете. Ну, проблемы начались еще, на самом деле, в школе. В школе с директором были проблемы, потому что я не хотел стричься, тоже отпускал волосы, вызывали родителей, там еще и ходил в джинсах и с длинными волосами, вызывали родителей, я сказал, я не буду, все, я так хочу. И, конечно, повлияло и на оценки, и где-то на какие-то, в общем, проблемы были. Но не уступил? Нет, не уступил. Саш, ну вы сегодня более чем взрослый человек, а волосы по-прежнему длинные носите. Да. Это уже стиль, это уже неотъемлемая ваша часть? Да, это уже просто неотъемлемая часть меня. Я не представляю себя с короткой стрижкой. Да, с короткой стрижкой. Ну и как бы мушкетеры все были с длинными волосами, все короли были с длинными волосами. Художники, там, не знаю, музыканты всегда как бы. Мне это нравится.
Как сегодня музыка в вашей жизни? Она не ушла? Вы, не знаю, постоянно там также она приходит, рождается, репетируете, живете, что-то исполняете? Ну, вот именно так, да. Музыка приходит, рождается, бегу на студию, записываю, выпускаем альбомы. Причем на хороших, приличных фирмах, то есть как бы не просто так записывается это все. А московские сейчас фирмы выпускают. Раньше мы выпускали у нас... И в Италии альбом выходил, в Америке два альбома вышло, во Франции, в общем, как бы, то есть на Западе нас всегда уважали, понимали, вот, очень положительные рецензии всегда, вот. Ну и сейчас почему-то рецензии, журналы о нас пишут, московские, рецензии всегда и в интернете, как бы, ну, чаще всего положительные, вот. Смотрите, творчество – это же очень такое конкурентная история. И природа таланта, она очень ранимая. Да. Нету кожи, ткнул, и сразу кровь, и больно. И коллеги очень часто не прощают талант. Коллеги очень часто не прощают успех взять от МХАТа и заканчивая, не знаю, самым провинциальным театром. У вас это было, это есть? Вот какой-то холодок чувствовали порой со стороны коллег? Бывало. Бывало? Бывало, да. Ну... В общем-то, такого жесткого не было, потому что, в общем-то, как бы в нашем городе группы появлялись как-то, но они быстро почему-то распадались, разваливались. То есть, как бы, и у нас пока, по крайней мере, конкуренции такой особой не было. А как реагировать, когда чувствуешь холодок, когда чувствуешь недоброе что-то? Холодок – это одно, а когда тебе палки в колеса, еще там, когда появился интернет, тут, когда можно под любым ником писать любые гадости. И, в общем, такого там о себе наслушались, что такие гадости были. Было, конечно, неприятно. Я сначала был в шоке, думаю, как так? Как люди? Вроде все мы друг друга любим, знаем, музыканты все вокруг, как бы все улыбаются друг другу. Все вроде как дружим, стараюсь, в общем-то, всем помогать. Вот, ну, где-то что-то, видимо... Но это ранило поначалу? Конечно, поначалу ранило, а потом просто как бы... Иммунитет уже появился. Да, иммунитет выработался, и все, в принципе, по барабану, кто там что говорит. Я занимаюсь творчеством, в общем-то, в любом случае я буду им заниматься. Когда-то Людмила Марковна Гурченко мне сказала такую фразу: «Плюют в спину, значит, идешь впереди». В этом есть правда. Хорошо, Александр, вот такой момент. Жизнь, как известно, штука гормональная. И нами рулят и правят гормоны. Вот в молодости одни гормоны, сегодня другие гормоны. Это влияет на творчество? Это влияет на музыку? Вы 30 лет назад, и вы сегодня, как музыкант. Два разных человека? Не могу сказать. Да нет, наверное. Наверное, тот же самый. Но иногда, конечно, гормоны немножко добавляют какой-то краски. Да, раньше какие-то были одни краски, теперь другие. Вот. Но я, в общем-то, очень рано начал читать литературу, философию, теософию, эзотерику, религии всевозможные изучал. Вот. И как бы то всегда меня интересовало это направление, поэтому, в общем-то, у меня и сейчас как бы это все осталось. В общем-то, мои песни все, наверное, просто подсказки для меня самого, как надо действовать в жизни. То есть кем надо быть, кто я вообще. И, то есть, наверное, это была всегда центральная красная линия в моем творчестве. И поэтому гормоны иногда окрашивали кое-какие песни. То есть, ну, были, конечно, песни там о любви, но они и сейчас есть. А как надо действовать? Кто я? Вот как вот? На эти вопросы нашли ответы? Всегда продолжаю искать. Вот. Ну, самое главное – любить. Любовь – это самое главное. Любить что-то, кого-то. Обязательно любить. Да. Без любви невозможно. Без любви вообще нету ничего. Да. А вам не тесно в тынде? Вот если бы вы жили в большом другом городе, может, было бы больше шансов, больше возможностей для творчества? Конечно, да, нас звали переезжать в Москву, и не раз, и в Москву, и в Питер. Давайте выбирайте сюда, тут у вас и концерты, и все будет, и радио, и все на свете, и за граница. Вот. Но как-то вот когда мы были одним коллективом, то есть Азазела, когда, то есть мы друг без друга не могли, не представляли, то есть у нас настолько была переплетенная музыка, настолько мы дополняли друг друга. То есть какую-то, ну, большую часть я сочинял музыки, но все остальное, то есть мы были вчетвером. То есть если бы, допустим,
Я один уехал, или там мы вдвоем с кем-то уехали. То есть, как бы нам не получилось бы того творчества, которое мы здесь достигли. А так получалось, что то есть один не смог, допустим, говорит, я не поеду никуда, я останусь здесь. И все, и мы решили так, ну ладно, пока остаемся. Вот. Ну и, конечно же, здесь свои, конечно, минусы, но свои плюсы. Вот. Город маленький, ты меньше тратишь времени на дорогу, на какие-то еще дела. 10 минут, и ты в любом месте. 10 минут, да, и все. То есть мы репетируем почти каждый день. Репетируем, что-то творим, записываем. Поэтому у нас столько много музыки, столько много альбомов, столько записей, что мы как бы. Сколько альбомов, Александр? Я же, блин, даже не скажу, 16, Ну, наверное, 15 или 16. 16. Ну, это Сейчас еще много. готовится, несколько уже одновременно просто работать над несколькими проектами. Вот, поэтому, то есть творим всегда. То есть там в большом городе, конечно, было бы больше концертов, какой-то там движухи, вот, но. Меньше было бы для лаборатории, для Да, творчества, вот для меньше этого. времени для творчества, и мы бы меньше сделали полезного. А вот четыре у вас было мушкетера от музыки. Сегодня все живут в Тынде или кто-то Да, все живут в уехал? Индии. Общаетесь, Конечно, да, общаемся, дружим, дружите, то да. есть отношения остались Отношения близкие. хорошие, да, замечательные со всеми. То есть, говорю, периодически встречаемся, но у каждого своя жизнь, как бы у всех свои заботы, проблемы, дети, там, все такое. Понятно. Вот. Поэтому я собрал новый коллектив, потому что, то есть, как бы как паровоз надо мне мчать дальше. Вот. Ну, со старыми друзьями, со зазельцами встречаемся все равно, дружим. Александр, задам трудный вам вопрос. Самое страшное на свете – это хоронить своих детей. Вот говорят, ничего страшнее на свете нет. У вас трагедия была в жизни, ваш старший сын ушел трагически из жизни. Что вместе с ребенком уходит от нас? А что уходит из жизни вместе с детьми? Когда теряешь ребенка, вот что уходит? Часть тебя? Часть тебя, очень большая часть, да. Дырка в сердце, она, в принципе, не зарастает. Время не лечит. Нет, практически. Вова оставил много музыки. Вот, я до сих пор свожу. Ну, как бы, в принципе, я сразу на следующий год после его смерти закончил его вещи. Вот. Но мне все не нравилось звучание. Вот я до сих пор, вот, считаю, 8 лет практически, я каждый раз прихожу на студию, когда есть свободное время, начинаю что-то крутить, дополнять. Вот, в общем, сейчас вот пришел наконец-то к осознанию, что мне, в принципе, уже нравится, как это звучит, и я хочу сейчас выпустить диск. Вот. Вове обещал, что обязательно сделаю. Диск выпущу его. Вот. Он, конечно, композитор просто гениальный. Гораздо круче меня. То есть можно сказать. Потому что в его 18-19 лет он такие вещи сочинил, что я восхищаюсь, восторг просто, да. А силы жить дальше дает музыка и дают дети, и вот просто это как спасательный круг. Да. Дает музыка силы жить дальше. Конечно же, семья, жена, дети. Еще трое детей у меня. Поэтому, конечно, как надо жить дальше. А не было момента, когда вот не хотелось писать, не было вот этого вот после горя, когда был острый период, что музыка ушла? Был какой-то провал, но нет, так не было такого, что прям не хотелось. Я понимал, Ни что гитару в руки брать там, ничего. ну, какое-то время я вообще ничего не мог делать, да. Ну, буквально, не знаю, через месяц, наверное, я пошел в студию просто спасаться. Иначе я не знаю, что бы было дальше. Там спился бы, наверное, так. Просто у меня какая-то была цель дописать песни. Понятно. Но музыка вещь хорошая, но она не кормит, к Она не сожалению. кормит Чем совершенно. зарабатываете на жизнь, отец троих детей? Я электроник,
Работаю на вычислительном центре. Раньше, ну, это был вычислительный центр, 30 лет проработал там, а потом сейчас, к сожалению, наша железная дорога сбросила нас в дочку, мы сейчас называемся по-другому, Инфотранс, потом РЖД-техсервис, сейчас переназываемся. Вот, поэтому работаю на железной дороге, занимаемся системой передачи данных, я конкретно занимаюсь. У нас ребята занимаются компьютерами, я немножечко... По другим делам, системам передачи данных, да, СПД. Угу. Вот. Ну, это очень интересно, мне очень нравится. Сколько вам лет, Александр? 52. А вы в хорошей форме, между нами говоря. Это что? Это ваш труд, это генетика, это образ жизни? Генетика, образ жизни, конечно, спорт хоть чуть-чуть, но как бы надо обязательно. У меня ежедневно обязательно встаешь, там, зарядка, приседания, отжимания, подтягивания, как бы. Вот и сам стараюсь, и детей гоняю также, потому что ну, без этого никак. Движение – это жизнь. Движение – жизнь, да. Хотелось бы больше уделять времени, там, и футбол поиграть, и волейбол, но студия прям не отпускает и требует все больше и больше времени. А у многих есть стереотип, что рок – это наркотики, это безудержный секс, это такой какой-то образ жизни непонятный, асоциальный. Вот так, рокеры, это же ужас. Это же... Не, ну начало 80-х, ты посмотришь, да, как это все это происходило. То есть, конечно, это наверное, так и было. Угу. Вот, ну, мы как-то, мы другие немножко. Вас эта чаша миновала. Мы прогрессивные рокеры, то есть арт-рок у нас, прогрессив-рок. И как бы там другой посыл совершенно, просто с помощью рок-музыки, вот, другой посыл идет. Совершенно и на и в текстах, и в самой музыке, в самом настроении. Вот поэтому все это ерунда. А за что вы благодарны своим родителям? Вот есть вещи, вы им будете благодарны до конца своих дней. За что? Вообще за все. За то, что они, естественно, меня вырастили. За то, что они приехали в Тынду, что не остались они в Киеве. Не вернулись туда, потому что сейчас такое происходит, что вот. за музыку обязательно, за эти песни прекрасные, которым они меня научили, за тепло души, они были настолько интеллигентные, добрые люди, ну не знаю, сейчас таких, все-таки сложно встретить. Они были прекрасные, поэтому я благодарен вообще за все просто. А не было такого, они же были советские люди, комсомольцами сюда приехали, а тут рок. Это маленько выбивалось из канвы той жизни. Они тебе не говорили, Саш, ну давай. Мать всегда поддерживала. Отец, да, немножечко там, ну что ты меня вот позоришь, там, эти волосы там, как бы, говорю, батя, все, давай не будем на эту тему, давай просто будем. Угу. И все, он как бы, ну... Ладно, занимаешься там своим делом, То есть больших конфликтов, противостояния больших не было? Больших не было, нет. Ну так мы сказали, ну Санька, ну что ты, ну что это такое? А как бы конфликтов каких-то серьезных. А мама поддерживала? А мама поддерживала любые начинания, все. Все, не лезь, отец, все нормально. Это правильно. Они молодежь, знают, что делать, поэтому как бы вообще хорошо все. Вы любите Тынду? Да. За что любите? Я люблю Тынду, ну, за то, что компактный город, молодой. Вообще, конечно, наверное, тайга в первую очередь. То есть вот этот запах тайги, это ни с чем не сравнимо. И когда приезжаешь, откуда ты там поехал, куда-то на море, я очень люблю море, но возвращаясь, когда домой, и уже на вокзале ты чувствуешь этот запах, и просто, ну, это непередаваемо, просто какое-то волшебство, и... Невозможно описать. И все, ты думаешь, блин, вот я так люблю этот запах, а сейчас какая красота. То есть вот начало сентября, осень у нас такая красивая, что такой осени нигде нет. Она, конечно, быстрая, она вспыхнула так вот буквально неделя, да. Неделя и все, как бы уже потом зима. Такая яркая. Да, но зато такая яркая, такие краски, что просто глаз радуется, и такого радуется. Восторг такой, что. Не передать. Но есть мысль, честно, что вот осень жизни я где-нибудь встречу на берегу теплого моря. Есть.
Есть. Честно. Угу. Есть, да. Что часть жизни проживу по-другому. Хочется, да, хочется немножечко пожить на море. Да. Угу. Море это тоже. Море тоже очень люблю. Да. У вас есть, например, какие-то исторические личности, с которыми вы бы хотели пообедать, если бы это было можно, пообщаться? Вот с кем бы? Исторические? Ну, не знаю, это кто угодно, ну, от музыкантов каких-то до императоров. Там. Ну, конечно, с удовольствием бы пообщался с Булгаковым, например, пообедал. Угу. А еще мне очень нравятся современники наши, например, Евгений Гришковец. Знаете такого? Конечно. Вот, очень люблю. И, кстати, вот у него есть ужины такие, он периодически делает в Ютубе ужин с Гришковцом. Угу. И очень хорошо рассказывает, так вкусно ест, и так все это показывает, рассказывает какие-то истории. Там. И так у него спектакли шикарные. Да, у него моноспектакли. Да, да, моноспектакли, конечно. Угу. Вот, и вот я бы с ним пообщался, поужинал. Понятно. Коньячок. У вас в жизни есть человек, которому вы при встрече не подадите руку? Сейчас даже, не знаю, не вспомню. Ну, значит, нет. Наверное. Наверное, нет. Если так вот покопаться, может быть, да нет, наверное. Ну, вас же обижали. Обижали, да. Но и я... И предавали, наверное, это же жизнь. Конечно, и обижали, и предавали. Ну, я научился прощать. Угу. Это очень важно. А друг есть в полном смысле этого слова? Вот прям дружбан, с которым вы поделитесь очень многими вещами. Есть. Он здесь, в Тынде живет? И нет. В Тынде есть, в Москве есть. Угу. И, ну, в общем, есть несколько человек в жизни у меня. Они все музыканты или нет? Не все. Ну, большая часть, да. Угу. Блиц вопросы, заканчиваем. Море или тайга? Хороший вопрос. И море, и тайга. Я не знаю, нет, я тут не могу выбрать. Понятно. Вот тайга и море. Тайга и море, да. Любимый алкогольный напиток? Коньяк. Милосердие или справедливость? Милосердие. Любимый цвет? Зеленый и красный. Во сколько лет первый раз поцеловались? Не вспомню, лет 14, наверное. Угу. Вы ругаетесь матом? Нет, не ругаюсь. Я говорю матом иногда. Вы на нем разговариваете? Да, я на нем разговариваю. Угу. Не, ну иногда просто без мата не скажешь. Какой-то анекдот, например, то есть, ну, его невозможно сказать без мата. Но хотя стараюсь меньше, потому что, ну, все-таки энергия нехорошая. Нехорошая энергия. Ну, как бы она, то есть мат, в общем, должен употребляться на поле брани. Угу. Тогда он помогает, а в жизни как бы лучше не надо. Битлз или группа Абба? Сегодня... Тут тоже такой вопрос. Наверное, все-таки Абба. Ну и вот две команды, которые я больше всего люблю, да, наверное. Вот Битлз и Абба, то есть как бы вот на одном уровне у меня лично. Если вдруг когда-то доведется встретиться с Господом Богом, что вы ему скажете? Что я скажу? Привет, это я. Все. Что еще сказать? Не знаю. Попросить что-то? Или не просто знаю. Сказать, что... Не знаю, вы что сказали? Я бы прощения попросил, наверное. Прощения? Да, наверное, да. Угу. Есть все-таки моменты, которые в жизни такие, что хочется попросить прощения. И самый последний вопрос, Александр. А чего хочется от жизни? От этой единственной жизни чего-то хочется? Счастье? Что хочется? Счастье, любви, море, море музыки. Море и музыки. Вот так. А ваше счастье из чего соткано? А вот из этого и соткано. Из любви, из музыки? Любовь, музыка, море. Вот это есть счастье Александра Кулака. Да, наверное, так. Понятно. Спасибо, Саша. Спасибо. Жму правую. Это был Александр Кулак. Мы говорили о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.